Померанский шпиц. Ему в июне будет 2 года. И появился он после первого этапа гран-при юниорского, после Куршевеля, где-то в сентябре. Это мальчик, его зовут Лёва. Фигуристки? Да, санки. Давай, первый пошел. Давно хотели вторую собаку, потому что мы переехали в просторный дом. У нас стало много места, 3 этажа, можно бегать. Вот, и поняли, что Джириус просто весь день спит, всю ночь спит. И как-то ничего у нее больше не происходит. То есть она живет так же, как в маленькой квартире, она привыкла. Вот. И мы поняли, что по масштабам можем позволить себе вот еще одну вот такую вот козявку. Просить. Давай, проси. Это йоркширский терьер. Зовут ее Мила, ей 2 годика. Она очень энергичная. Ее зовут Синди, ей уже почти 2 года, ей будет в конце июля 2 года. Это порода вальпина итальяна, они довольно редкие. А появилась она у меня, и мне ее подарили. Это Тиона, это собака Этери Георгиевна, ей 11 лет. Я часто с ней сижу дома, когда Этери Георгиевна в отъездах, и с ней играем, и ухаживаем за ней. Мы всей семьей ее очень любим и очень к ней привязаны. Дайте он. Джерри, она такая стесняшка, то есть она и особо не побегает, если ее не, вот это вот не подковырнет, да? А у Товчики, у нее прям такой широкий характер, она прям на полную катушку живет. Она, конечно, очень преданная, как и все собаки, очень любящая, но она своенравная такая, она за себя постоит. Ты же как друг, например, после тренировки ты приходишь, иногда нету настроения, и ты приходишь, и как раз-таки там Лёва, он пытается тебе поднять настроение, с тобой что-то играет, и как-то это как твоя маленькая, как твой маленький ребенок, скажем так, за которым хочется и следить, и вот так обнимать. Маленький питомец всегда тебя порадует каким-нибудь новым моментом и всегда будет улыбаться, когда тебе даже очень грустно, и будет поднимать тебе настроение. Собаку все заводят, ну, для жизни, домашней, потому что они как-то такой антистресс. Они ее очень расслабляют, помогают, поддерживают. Ну, она никогда не отвернется от тебя. Она всегда будет с тобой, всегда будет тебя любить. У него сразу по лицу можно прочитать его настроение. И он подходит, например, к тебе, сначала смотрит в глаза. Типа, если все нормально, он подбегает такой и радостный. Если что-то не так, он такой думает, подходить, не подходить, подойдет вот так вот, ты его погладишь, и он останется вот так, чтобы ты его гладил.
А сверху рощи не работаем уже все, да? Мои собачки лучшие на свете, потому что они мои. Это то же самое, что, наверное, маму спросить, почему твои дети самые лучшие на планете.